За столом Лаванда, Сурок, Сиф и Счастливчик. Никаких имен, только игровые прозвища. Кто свой, кто чужой, разобраться непросто. В эти выходные в Сарове прошло второе открытое первенство по игре в салонную мафию среди сильнейших игроков Приволжского федерального округа. Проводится второй раз уже. Этот турнир уже более эмоционален, чем прошлый. И крупный, и вырос крупный призовой фонд. Поэтому все игроки стараются выложиться на максимум, хотят представить свой город в лучшем стиле, а также забрать кубок с собой. В турнире приняли участие около 50 человек из 7 регионов России. Представители клубов Саранска, Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода и других. Каждый участник играет по своей схеме. Кто-то пытается логически вычислить игроков с черной картой. Кто-то играет на интуиции. По итогам 8 отборочных игр в финал вышли 10 человек, среди которых определился победитель турнира. Им стала представительница клуба «Шерлок» из Нижнего Новгорода Ольга Полянских, известная в мафиозных кругах как «Госпожа Дорис». Это было очень неожиданно. Вот. И когда, ну, я понимала уже, да, что я хотя бы там в тройке, когда победы там получались в играх, и я понимала, что в тройку я точно вхожу, и как бы для меня это уже было очень неожиданно, и, ну, просто так случилось, вот так звезды сошлись, вот такие составы, такие карты мне приходили, просто мне повезло с командами, в которых я просыпалась. Ольга получила приз и за лучшего красного игрока. Ей вручили шарф с эмблемой мафиозного движения. А лучшим в Лиге Б стал господин Максимилиан. По словам участников, главное, что они обрели на турнире, это новые знакомства и бесценный опыт. А тех, кто тоже хочет попробовать силы в этой игре, клуб салонной мафии «Закрытый город» приглашает к себе каждый вторник и субботу в 8 вечера в молодежный центр.